Здравствуйте, Виктор Евгеньевич. Давно не виделись. Это кто? Капитан Скоробеев. Убойный отдел МУР. Заместитель министра генерал Творожников. Пойдемте-ка, капитан, на пару слов. Ну и какие соображения? Убийство, товарищ генерал. В результате возникшей драки. Лихо разобрался. А ты знаешь, что господин Севидов является самым перспективным инвестором нашей наболевшей экономики? Нет. А ты знаешь, что он открывает сеть своих банков здесь? А ты знаешь, что он лично с премьером встречается в каждый свой приезд? Я знаю. Ну, вот и ты думаешь, что такой человек станет дубасить другого картины по голове? Ну, возможно. Ну, возможно. Конечно, возможно. Но ведь это нас с тобой не касается, верно? Работа-то есть в отделе? Да хватает. Ну, вот и работай. Об этом деле забудь. Наплюнь. И цени наше с тобой личное знакомство. Пошли отсюда.